Несмотря на события на Украине, проблем с обеспечением Молдовы природным газом нет. Транзит по соседней стране идет в нормальном режиме, заявил сегодня глава Молдовагаза Вадим Чебан. Тем временем, сегодня утром стоимость голубого топлива на европейских рынках подскочила до 2279 долларов за 1000 кубометров. Власти не исключают, что взлеты на мировых биржах отразятся на счетах, которые получат конечные потребители. Накануне премьер Наталья Гаврилица отметила, что все зависит от эволюции на торговых площадках. В феврале вице-премьер Андрей Спену, который вел переговоры с «Газпром», отмечал, что при снижении закупочной цены не исключено, что будут снижены тарифы для конечных потребителей в Молдове. В понедельник на своей страничке Facebook глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан написал: «Ожидаемая закупочная цена природного газа, получаемого АО «Молдовагаз» от АО «Газпром», составит в марте 2022 года 547 долларов США за 1000 кубометров, исходя из включенной в действующий контракт формулы ее расчета. И хотя это на 100 долларов меньше, чем в январе, надежд на снижение тарифа для конечных потребителей он не давал». В своей более ранней публикации Вадим Чебан писал, что в тариф, утвержденный 28 января, не были включены все финансовые отклонения «Молдовагаз», которые составляют более 2 миллиардов леев. То есть снижение закупочной цены пойдет на покрытие этих отклонений. Но ситуация на мировых площадках изменилась. Утром в четверг на европейских рынках за 1000 кубометров газа просили 2278 долларов. А глава Кабмина заявила, что наши тарифы зависят от международных тенденций. Pentru această lună prețul de achiziție este mai mic decât a fost în februarie. Evoluția prețului pentru lunile următoare va depinde de, inclusiv de evoluțiile pe piețele internaționale. Напомним, что 28 января НАРЭ приняло решение повысить тариф на природный газ, поставляемый конечным потребителям, с 11 леев 8 банов до 15 леев 18 банов. Новый тариф применяется задним числом с 1 января. В январе закупочная цена для Молдовы составляла 647 долларов за 1000 кубометров, в феврале – 560.